Здравствуйте! В эфире новости на телеканале «Актис». С вами в студии Данил Недзельский. А теперь о самых значимых событиях. Социальные перемены. В Иркутске состоялась 16-я сессия законодательного собрания. Что обсуждали, расскажем в программе. Все под контролем. В Одинске завершаются работы по благоустройству. Волшебство в моих ладонях. Новый проект для особенных детей стартует в Ангарском дворце творчества. На всех парусах к успеху. Молодежный форум собрал детей-сирот для обсуждения важных инициатив и поддержки. А теперь обо всем подробнее. Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому организация нелегальной миграции приравнена к особо тяжким преступлениям. Наказание за это определили в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей. Кроме того, ужесточится ответственность для тех, кто помогает приезжим с поддельными документами. Им может грозить до 6 лет. Напомним, в Приангаре указом главы региона с 2025 года мигрантам запретили работать в такси, торговле, образовании и еще нескольких сферах. Военнослужащему из Иркутской области посмертно присвоили звание Героя России. Александр Васильев погиб в октябре 2023 года в ходе проведения специальной военной операции. Наступая на Авдеевском направлении, майор с позывным «Ангара» возглавил группу по взятию подступа к городу, обеспечив дальнейшее продвижение подразделений. Эти действия внесли весомый вклад в выполнение операции. Знак особого отличия – медаль «Золотая звезда» и грамоту о присвоении звания Героя России губернатор Приангаря передал дочери военнослужащего. Ему, наверное, поставили задачу сделать так, чтобы следующие подразделения прошли. Он уже, наверное, подсознательно понимал, что это может быть и последний бой. Но он его принял как мужественный человек, как герой, как мужчина с большой буквы, как человек, который выполнил боевую задачу. Конечно, для нас он всегда будет героем, и неважно, есть награда, нет награда. В первую очередь он герой для своей семьи, для своих близких и для всех, кого он знал. За время участия в СВО Александр Васильев был также награжден медалями Суворова и за боевые отличия. В настоящее время более 1200 жителей Иркутской области удостоены государственных наград за проявленное мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Среди них трое героя России. Иркутянин Эдуард Дьяконов, житель Бодайбо Ашир Бердыев и теперь Александр Васильев. Создание новых муниципальных округов, дополнительные льготы для участников СВО, введение ограничений на продажу алкоголя. Эти и другие вопросы рассмотрели депутаты Законодательного собрания Иркутской области на 16-й сессии. Всего в повестку вошли более 30 социальных тем. Подробнее о принятых законопроектах в следующем сюжете. В повестку 16-й сессии Законодательного собрания Иркутской области вошли только социально важные темы. Одна из них – корректировка главного финансового документа региона. Так, благодаря внесенным изменениям в бюджет, парламентарии обеспечили стабильность работникам педагогической сферы. Увеличение субвенции на образование более чем на 8 миллиардов рублей позволит выплатить сотрудникам школ и дошкольных учреждений зарплаты за декабрь перед Новым годом. Также в бюджете будут направлены дополнительные деньги в дорожные фонды для предоставления субсидий нашим муниципальным образованиям. Где-то что-то не успели, где-то что-то наоборот с выполнением, с опережением. И поэтому, да, дороги – это наша головная боль, и поэтому дополнительные выделяются туда деньги. В центре внимания депутатов – участники СВО и их семьи. На их поддержку в бюджете также дополнительно предусмотрели 408 миллионов рублей. Кроме того, внесли изменения в закон о физической культуре и спорте в Иркутской области. Теперь бойцы специальной военной операции и их родные имеют право на льготное посещение спортивных объектов. Поддержали на сессии и законопроект о внесении изменений в стратегию социально-экономического развития Приангарья. Многие поправки касаются качества жизни в регионе. Я сам участвовал в стратегической сессии правительства Российской Федерации под руководством Михаила Владимировича Мишустина. Я видел, как сегодня обсуждение идет стратегии пространственного развития, где регионы Восточной Сибири, в частности Иркутская область, по многим направлениям, и как опорные населенные пункты, как стратегия энергетическая, и как возможно сегодня социальной такой инфраструктуры создания. В многих нацпроектах мы участвуем и в экологической стратегии. Поэтому здесь нужно, конечно, приводить ту стратегию, которую мы утвердили ранее,
после указа президента, который состоялся, о стратегических целях на 2030-2036 годов, нужно ее приводить в соответствие. Утвердили депутаты и законопроект об ограничении продажи алкоголя в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Теперь спиртные напитки в таких точках торговли нельзя будет продавать с 22:00 до 9 утра. Ограничения не коснутся тех заведений, которые имеют лицензию. Отмечу, что подобные меры введены в 36 субъектах страны. В некоторых из них действует полный запрет на реализацию горячительных напитков в жилых домах. Депутаты продолжают наводить порядок в розничной торговле алкоголем, в частности, в многоквартирных домах, в так называемых наливайках, потому что после введения определенных запретов, предприниматели на то и предприниматели, и умудряются изловчиться, и под видом учреждений общепита, там, по сути дела, ведется круглосуточная торговля алкоголем. Вот мы продолжили ужесточать эти возможности, и вот если будут и дальше обращения жителей многоквартирных домов, то будем и дальше все сужать эти лазейки. Еще одна инициатива, которую поддержали депутаты законодательного собрания, касается новых округов. Они будут созданы в Иркутском, Качугском, Жигаловском, Нукутском и Заларинском районах. Так, в состав Заларинского муниципального округа войдут 13 сельских и 2 городских поселения. В состав Качугского – 13 сельских и 1 городское. Напомню, первым похожее преобразование пережил Ангарский городской округ. Это произошло еще в 2015 году. Изменения сократили местные думы, управлять территорией стало легче, ускорилось решение проблем жителей. Наталья Хмелева, Руслан Ульмасов. Местное время. Ремонт улиц, установка современного освещения, благоустройство и многое другое. Сегодня в селе Одинск завершается целый ряд работ сразу по нескольким проектам. За их реализацией пристально следят местные жители, первые лица округа, а также наша съемочная группа. В этом году на ремонт дорог в Одинске направлено порядка 35 миллионов рублей. Улица Баирова и еще 7 дорог были отсыпаны песчано-гравийной смесью. Таким образом, проведенные работы обеспечивают проезд более чем к 200 земельным участкам, предоставленным многодетным семьям. Также на всей территории обновили электрические сети. А на улицах Харханова, Школьный и Рассвет установили асфальтовое покрытие. Мы, конечно, очень рады, что теперь у нас есть асфальт, где можно свободно в туфельках теперь до своей работы пройти. Раньше была гравийка вообще. Пока до работы дойдешь, вся у нас обувь, конечно, была не очень. Но сейчас рады, и дети довольны, что свободно могут идти до школы по дорожке красивой. Водинский дом культуры – это сердце и душа села. Здесь появилось сразу два значимых объекта. Первый – это сквер «Малая Родина», который включает в себя скульптуру под названием «Мать Бурятия», демонстрирующую гостеприимство бурятского народа. А второй посвящен подвигам жителей Одинска, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Люди вышли с инициативы и сделали еще стену памяти, вот то, что с портретами. Да. Вот, это была тоже инициатива людей. Мы готовы к празднованию. Ну, замечательно, потому что уже у нас сезон таких работ наружных, он практически завершен, а в следующем году мы уже ничего, по сути, не успеем, кроме небольшой косметики. Да. Ко всему прочему, на улице Ленина установили современные опоры освещения. И еще одним подарком для Одинска и его жителей станет стела, которую выполнят в национальном стиле и разместят на въезде в село. Егор Сорокин, Андрей Иванов. Местное время. Волшебство в моих ладонях. Так называется новый проект педагогов Дворца творчества детей и молодежи. Он направлен на работу с особенными детьми. Цель благая – дистанционное обучение юных ангарчан, которые не посещают обычные школы или техникумы. Однако, как и все, нуждаются в образовательных услугах. И дисциплин пока – занятия по зоологии, прикладному творчеству, шашкам и театру. Однако число желающих подключиться к онлайн-урокам увеличивается. И скоро будет открыта вторая группа. Репортаж Марии Константиновой. Надо громкость прибавить. Алиса, здравствуй. Здравствуй. Где? Так, Ваня, здравствуй. Здравствуйте.
Сразу после приветствия начинается дистанционное занятие. На связи пятеро учеников и Ольга Портнова, педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи. Тема «Золотая осень». Среди юных художников 19-летний Ваня. Подключиться онлайн и правильно подобрать цвета юноши помогает мама. Елена Геннадьевна признается, еще вчера ходили различные специалисты по обучению на дому, а после совершеннолетия все закончилось. Теперь занятия по проекту «Волшебство в моих ладонях» для Ивана – настоящее подспорье и отдушина. В частности, шашки. Для нас пока это очень тяжело. Но я так думаю, что я же сижу с ним рядом, я тоже как бы учусь. И я в некоторых вопросах могу ему когда-то подсказать. Но а то, что зоология, прикладное искусство и театр – это мы ловим на ура. Если в прошлом году мы получали только информацию, а в этом году у нас домашние задания. Мы пока делаем, мы пока готовим беленькие цвета. А как делать березки? Нет, ты пока нарисовываешь. Вот хорошо. А это Владимир, ему 29 лет. Парень-сирота, воспитанник интерната. В Ангарске живет в квартире по социальному найму, работает дворником. Четвертый год молодой человек на социальном обслуживании. К нему по два раза в неделю приходят соцработник и психолог. И тоже отмечает положительные изменения у своего подопечного. Например, интерес к животному миру и живописи. У нас на счету около 700 человек социальное обслуживание на дому. То есть Вова у нас, вот еще раз повторюсь, по определенной программе идет, по технологии, это сопровождение. Это единственный он у нас человек, который мы помогаем адаптироваться вот именно для самостоятельной жизни. Ребята, а у меня к вам будет домашнее задание. Все дети очень любят гулять. Вот и вы, когда будете гулять, обратите внимание на пейзажи. Ведущая сегодняшнего занятия Ольга Анатольевна находится в кабинете второго корпуса дворца, но так близко, с каждым учеником. Ее называют «прикладник с ангельским терпением». Именно такие педагоги работают в проекте. Авторы уверены, онлайн-обучение способствует социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы не проводили отбор детей. Единственное условие было, чтобы дети были с сохранным интеллектом. И возрастная категория была неважна. И получилось так, что это были дети от 12 до 29 лет. Мы не знали, что получится. Педагогов мы приглашали, тех, кто рискнет вот в этом проекте участвовать. И мы не ошиблись. С этими детьми это нужна особая забота, внимание, терпение, выдержка. И они состоялись как педагоги, работающие с детьми особой заботы. Прежде чем запустить проект «Волшебство в моих ладонях», все педагоги прошли обучение в областном центре развития дополнительного образования детей. В марте начались онлайн-уроки в первой группе, а это пятеро разновозрастных учеников. Сейчас набралась вторая команда, и она уже готова к старту. Присылайте не только пейзажи нашего Ангарска, но и ваши картины, которые мы с удовольствием посмотрим и очень-очень от вас ждем. До свидания. Спасибо, ребята, за урок. Мария Константинова, Александр Черник. Местное время. В Ангарске сотрудники госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием пешехода. Авария произошла на улице Фестивальная. По предварительным данным, женщина за рулем кроссовера совершила наезд на 14-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть по зебре. Подростка с травмами доставили в больницу. Автоледи пояснила, что в момент происшествия отвлеклась на пассажиров. На всех парусах к успеху. Под таким названием состоялся 5-й муниципальный форум молодежи из числа детей-сирот. Организаторами мероприятия выступил Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Моя коллега Вероника Черник узнала, какие главные темы были затронуты. На всех парусах к успеху. С таким лозунгом в Ангарске стартовал 5-й муниципальный форум молодежи из числа детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Именно они нуждаются в особом внимании и поддержке. Центр помощи детям собрал своих выпускников от 16 до 18 лет, которые сейчас обучаются в техникумах города. Всего в зале собралось 90 человек. Мероприятие проводится с целью снижения социальных проблем в период адаптации. Сегодня прозвучат актуальные темы, где ребята могут столкнуться с трудностями. Это не только проблемы, да, скажем так, но и то, что им необходимо в самостоятельной жизни.
На форуме ребята могут познакомиться, пообщаться, установить какие-то полезные контакты. На форуме подняли основные проблемы, которые переживают подростки в современном мире. Провели профилактические беседы и мастер-классы на темы «Молодежное пространство как точка роста», «Охрана репродуктивного здоровья молодежи» и «Повышение стрессоустойчивости как составляющая психологического здоровья». Также подростки приняли участие во флешмобе и квиз-игре. По поводу первой помощи при стрессе, мы не будем говорить сегодня про общие такие житейские снятия стресса, которые обычно там займитесь хобби, порисуйте, поиграйте, почитайте и так далее. Это все знают и всем известно. Мы именно рассмотрим одну легкую методику, которую каждый может научиться делать и которая позволит в будущем при применении снимать уровень стресса. Муниципальный форум в Ангарске проходит ежегодно. На этот раз сюрпризом для собравшихся стало выступление полуфиналистки проекта «Ты супер» Дарьяны Женхо, которая, как и все в зале, воспитывалась без родителей. Вероника Черник, Александр Черник. Местное время. Это все новости. Полную картину дня ищите на сайте actis.tv.ru и в телеграм-канале «Актис Ангарск и Приангария». Далее эфир продолжит рубрика «Область спорта» с Егором Сорокиным. С вами был Данил Недзельский. До встречи. Приветствую зрителей программы «Область спорта». Завершается очередная насыщенная неделя, а это значит, что пора обсудить актуальные спортивные новости Приангария. Поговорим обо всем по порядку. В Ангарске открылась новая школа бокса имени Валерия Секлетина. Многофункциональный и современный зал начал работу на базе школы номер 11 в микрорайоне Китой. В учебное время здесь будут проходить занятия по физкультуре, а после уроков пространство займут боксеры, для которых подготовили все самое необходимое. По традиции, открытие очередного зала бокса в Ангарске посетили именитые спортсмены. Дорогие ребята, пользуйтесь, занимайтесь боксом, занимайтесь спортом. Уважаемые родители, помогайте, направляйте ваших детей, потому что бокс воспитывает смелость, уверенность в себе. Кстати, боксеры еще очень умные люди, уважают старшее поколение. Открыть зал удалось благодаря поддержке местной администрации и Федерации бокса. Стоит отметить, что за два последних года в Ангарске появились еще два зала для занятий. Один в микрорайоне Цементный и школа бокса в 189-м квартале. А победная серия оранжевых продолжается. Хоккеисты ангарского Ермака провели две встречи против Металлурга ВО. Первая игра в Череповце завершилась со счетом 4-2, и ангарчане завоевали очередные очки в свою копилку. Не можете вы просто, ну, так же в третий период всю игру играть. Не знаю, с чем это связано. Может, несобранность, расхлябанность. Ну, что есть, то есть. Классный матч, классная серия, вы, не знаю, 100% очков. Ладно, что отдали там, ничего страшного. Вторая встреча для сибиряков началась неудачно. 2-0 к концу периода, а после и третья безответная шайба побывала в воротах оранжевых. Но после Ермак совершил невероятный камбэк 4-4 к концу третьего периода, а после в серии буллитов, точнее, оказались ангарчане. 26 и 27 октября оранжевые закончат первое выездное турне играми с подольским Хорсом. А после 7 и 8 ноября Ермак сыграет дома. Также в минувшие выходные в Иркутске подвели итоги чемпионата России по боксу среди мужчин. Определились сильнейшие в 13 весовых категориях. Среди иркутских спортсменов медали завоевали 5 человек. Чемпионом России стал мастер спорта международного класса Егор Шапочанский. Также спортсменов наградили в номинации «За лучшая техника, тактическое мастерство». Еще 4 боксера Приангарья завоевали бронзовые награды. Иркутский «Райра» провел очередные встречи Суперлиги России. На этот раз соперниками летчиков стали спортсмены из клуба «Новая генерация». В первой игре на двоих команды забили 10 голов. В серии пенальти летчики били без промахов, а героями встречи стали иркутские вратари. Забивает Кирилл Козлов, и «Райра» празднует победу в сегодняшнем матче в серии пенальти. Во второй встрече игра у иркутян не пошла с самого начала. Пропущенные голы и удаление одного из лидеров команды. Как итог, победа новой генерации со счетом 4-2. 19 и 20 октября иркутяне сыграют пятый тур в Тюмени.
А уже 26 и 27 числа летчики примут ЛКС из Липецка. Также недавно в Ангарске состоялось очередное традиционное первенство памяти ангарских борцов классического стиля. Участниками состязаний стали 6 сборных Приангарья, а также гости из Красноярска. В этом году в организации мемориала приняли участие Фонд развития спортивной борьбы и Федерация греко-римской борьбы города Ангарска. Девятый мемориал – это значимое для нас событие борцовского мира, потому что мы вспоминаем о тех людях, кто был у истоков борьбы, наши воспитанники, которые создают уже свои общественные организации, которые принимают полное развитие, поддерживают развитие борьбы на территории Иркутской области. Уже 22 ноября местные спортсмены станут участниками еще одного межрегионального турнира, который посвящен мастеру спорта СССР Борису Куницыну. А в 2025 году пройдут сразу несколько юбилейных соревнований. На этом у меня все. Следите за новостями спорта вместе с Актисом и будьте здоровы. До свидания.